2 июля, 17-й год, Харьков, улица Культуры. Ну, там еще какая-то красота. Что ж там такое? Ну и преимущество такой раскраски, конечно, в том, что никогда не поймешь, какой краски не хватило. Объект находится без охраны. А там у нас церковь и Биг Бен, но туда мы не пойдем. Биг Бен. Что такое? 15-12, надо же, вот это я загулялся. 15-12 по Киеву, а там парк интернационалистов. Не знаю, как он сейчас называется. Вполне возможно, что так и называется. Сейчас пойдем смотреть на яйца динозавра.